Привет, народ! Летим сегодня перегонять самолет в Москву. Несколько этапов. Сегодня летим до Омска, там ночуем. И завтра с утра уже за заправками планируем до Москвы. Саката у нас остается в работе. Пайпер пока в небольшом ремонте. Летим на РВ-10. Более скоростной самолет. Нужно его перегнать в Москву. Нужно мне только забрать свою гарнитуру. Для этого мне ее нужно хотя бы найти. Так. Ага, здесь ее нету. Так, не, а, здесь она должна быть у меня в багажничке. А в багажничке она есть. Отлично, гарнитура есть. Самолет греется, готовится. Ждем нашего опытного пилота-инструктора. Где-то он на Цесне летает. Грузимся и летим. Сегодня так облачно, пасмурно, но дождик закончился. В Омске вроде погода нормальная. Прибыли в аэродром Поповка, Омская область, недалеко от Омска, буквально 30-40 минут до города. Прекрасный аэродром с твердой полосой, асфальт, все аккуратненько так, самолеты, вообще обалденно, никогда я тут не был первый раз. Аэродром шикарный, с инфраструктурой. Сейчас запаркуем самолетик, переночуем, покушаем. И завтра с утра на Москву за заправкой по дороге. Ну что, прилетели? Как полет? Отлично. С автопилотом вообще шикарно. Я первый раз летал на заднем сиденье с автопилотом. С это красота. Да, с погодой повезло. И первым делом, когда прилетели, что мы делаем? Пухаем. Мы идем покушать. Подожди ты так сразу. А, ну автопилот же есть. Да, завтра можно будет лететь и на автопилоте. И вот здесь где-то там наверху мы будем жить. Точнее, ночевать. Да, первым делом надо исследовать балкон. С балкона видно самолет. Вообще, так здесь можно жить. Красота. Красота. Какой вид? Вот такую надо дачу. И вот такой парк самолетов. Идем покушать в город Омск. Пешочком примерно 2 часа 43 минуты рассчитали. 2 часа 42. Да, а, точно, мы же по ветру идем. В общем, сейчас идем 10 километров прямо, и там нам сказали направо. Там покушаем и обратно. Как раз к вылету. Планерка маршрута. Просто пи-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 пи. Время 5 утра, проснулись, на 5:30 планируем вылетать. Ну, я думаю, ближе к 6, наверное, полетим. А может быть, успеем и в 5 сейчас. Как только первые лучики рассвета, сразу грузимся и взлетаем. Пока прекрасно видно Луну. Сегодня летим с 2 дозаправками. Немножко нам не хватит. Придется чуть-чуть огибать. Но двигаемся на Москву. 6 утра, подготовка к старту.
Летим сегодня с тремя дозаправками чуть дальше Москвы. То есть фактически мы летим в Тверскую область. Оттуда слив, да? Да, нижняя точка. Условия прям ППП. Никаких очков не надо и шторок. Сбоку чуть-чуть видно, да? Сели на дозаправку. Дозаправка самостоятельная, канистрами. Небольшой аэродром с большим количеством самолетов. Ан-2 стоят с этой стороны, с другой стороны. Километров от Омска. Дозаправка. И теперь сколько у нас дальше километров? Так же, 600. Где-то 600 километров до следующей заправки. Дозаправка в аэродроме Первушино. Это недалеко от Уфы. Здесь, кстати, рядом производят 100LL. Тоже небольшой аэродром. Садились, туман был. Но подрассеялся. Заход получился хороший. Самое главное, зачем мы сюда прилетели, это питание. Сейчас идем смотреть питание. Да, интересный двухместный самолет. Два друг за другом. За счет того, что узкий фюзеляж, добавляется скорость. Да, двигатель Rotax. Если он друг за другом, если здесь сотка, он неплохо летит. Да, на таком можно куда угодно садиться. Красота. И на песок. И вообще куда угодно. Готовимся в Казань. До Казани нам лететь. Часа два, да, нам лететь? Да, чуть меньше, час 45. Час 45 где-то нам лететь. Но летим мы. Сюда мы летели со скоростью 318 км в час. Долетели быстро. Туда сейчас тоже у нас вроде попутный ветер, похоже. Поэтому, я думаю, долетим быстро.
Это мы в аэропорту Краишево, Казань. Здесь в гостинице вот такая вот тема офигенная. Аэродром Казани. Да, заправились 95-м бензином. Сейчас у нас такой еще один скачок до Тверской области. И уже финальная точка. Почти долетели. Сегодня получается Омск. Прыгнули, переночевали в Омске, прыгнули в Уфу. Ну, по дороге еще дозаправились. Там покушали, сюда заехали, залетели, дозаправились. На прекрасном аэродроме классная гостиница, конечно, здорово. А вон, а здесь большой аэродром рядом. Вон, кто-то большой с него взлетел. И теперь до Тверской области. Прилетели в Тверской области, проходили зоны, нас там не пускали, согласования, кажется, военные работали. В общем, ну все нормально. Московская зона, конечно, активная. Долетели, приземлились. Сейчас будем сюда закатывать, ставить. Аэродром вокруг, деревья. Но хороший аэродромчик. Все, мы прибыли.